здрасте, дорогие зрители и подписчики. Сегодня мы играем в игру Duff of Man. Довольно привлекательная, интересная игрушка, спокойная такая. Давайте посмотрим, что же нас ждет. Давайте создадим новую игру. Ингредиент рассвет. Давайте начать. Смотрим. Пока загрузочка. Используйте заранее охотника, чтобы подтвердить рабочую область. Подсветите рабочую область. Извиняюсь. Так. Нажимаем. Смотрим. У нас, посмотрим. У нас 7 жителей. 6, да, 6 жилья. У нас одного жилья не хватает. Один ребенок, мальчик, другой девочка, 2 мужчины, 2 женщины, 1 старик. И нет животных. Так, давайте еще начнем. Что мы можем делать? Давайте посмотрим. Давайте мы сушилку сделаем. Здесь вот. Так, приоритет поставим. Давайте области назначим. Собирание. Смотрите, сколько здесь много веток. Давайте назначим сюда. Так, а почему мы не можем на палке? Так, назначим сюда 3. Берем 50. Так, на рыбу давайте сразу назначим. Рыбу собирать. Вот так вот. Собирать вдвоем. Рыбу собирать 20. Так. И самое главное, охота. Давайте. Вот здесь вот хорошая охота будет. Смотрите, сколько растений. И наш значок-то. Значок ку-ку. Так. Мы сюда назначим 4. Мясо 5-100. 25-40. Все вот так вот. Вроде все назначили. Погнали. Ускорим момент. Так, у нас исследование, ничего не исследовано. Ну ничего страшного, вот уже убито животное. Муфлон. Знание 1 нам добавили. Вот, собираем сушилку для кожи. Давайте на двоечку поставим. Теперь мы делаем домик, жилище. Так вот, поставим приоритет высокий. И давайте еще одну сушилку. Сушилочку. Отлично, еще одно знание. Так, поставим скорость 8. У нас все вот слушается, тут палочки собираются. У нас уже сколько палок? 10 собрали. А мы вот тут не поставили. Это делать, это делать, это делать. Отлично. Мясо. Мясо у нас пока сырое, 7 набрали. Оно быстро портится. Нам надо изучить быстро сушилку для мяса. Это еще одно, одно обучение нам надо. Давайте еще одну сушилку поставим. Приоритет высокий.
Так, кабан убегает от охотников. Ай-яй-яй. Кабан-то кабан. Бежал от нас. Так, мясо еще принесли. Отлично. Вот еще сушим. С двух сторон. Все забито. У нас сырого шкуры 8. Давайте скорость увеличим. На восьмерочке, правда. Так, еще знания получили. Скорость уменьшаем. Давайте нам срочно сушилку надо. Срочно ее делаем. Производство, сушилка. И как мы ее сделаем, у нас сразу появится вяленое мясо и рыбка. Давайте ускорим. Давайте стройте быстрее жилище. Потому что нам оно очень нужно. Вот жилище построено. Давайте посмотрим. 9 вмещает дома, а 7 жителей всего. Отлично. Так. Ага. Еще одно знание за шкуру получили. Так, ну давайте на сегодня мы план построим. Смотрите. Мы изучаем с вами кожу и изучаем с вами костяное орудие. Вот. А остальное мы в следующих сериях изучим. Еще нам выжить надо за этот момент. В этот момент нам надо выжить. Ну, как мы сразу 3 знания. Во! Сушится все, давайте еще построим сушилку. Еще одну сушилочку нам, пожалуйста. Вот так вот, еще одну сушилочку. У нас уже вяленое есть мяско. Вялено. О, у нас уже кожа 6. Нам надо одежду бы делать. А давайте посмотрим, нам делать что-нибудь. Нам нужно орудие древнее, вот это вот, для ловли рыбы и боя. Камень хотят, но у нас пока нет топоров. Так, мясо сушится. Так, шкуры пока нам хватает всего. Так, еще знания дали. Так, мы быстро продвигаемся. Давайте шкуру. Сейчас будет одежда тепленькая у нас. Так вот, раз. Отлично. И нам осталось теперь получить. Что нам не строят? Почему? Загруженность 129. Одну ветку. А у нас 7 их 8. Ну пока людей не хватает. Слишком загрузили мы. Ага. Так, нам не хватает кремня. У нас нет орудия, к сожалению. Сейчас мы изучим, у нас будет орудие. Ага, кабанчик прибежал. А у нас следует все окей, все хорошо. О, как кабанчик вскакал. У нас все хорошо. Ягоды, как я понял. Да. Давайте для хранения поставим хранение. Так, камня, дерево. А еще и шкур. Да, нам такое хранилище надо поставить.
что нам для этого надо? У нас все есть. Отлично. Сейчас построим хранилище шкур. Отлично. Как быстро мы продвигаемся. Быстренько строят ребятишки. Отлично, отлично. Вот у нас есть. И нам знания заодно дали. Сейчас мы тут все отмечено. Что нужно? Мясо хранить, топор. И материалы. И одежда. Все, у нас хранилище есть. Мяса нам хватает, шкур нам хватает, жилья нам хватает. Ну, ждем, очки набираем. Посмотрим. Так. Так. Что у нас тут? Кабан убегает от охотников. Давайте посмотрим, что у нас с рейтингом. О, благополучие 100, а известность 18. Старик одинока. Одежду хотят. Холодно, похолодало, зима. Плюс 2 у нас. Мяско жарят. Рыбка есть. Зиму мы перекачиваем. Хватит на провизии. Одежду хотят. Сейчас будет вам одежда. Вот, что же вы не делаете одежду. Бревно надо, а у нас нету. А как кожаную надо отменить? Кожаную отменяем. Такую еще пошьем. 3. Сколько у нас? 9, да? А их все 8. Чего им не хватает? Кожаную хотят, наверное. Извиняюсь, кожаную сейчас не могу сделать, потому что у нас технологии не изучены, дерево не можем перейти, торговцы как всегда нет у нас. Это вон уже 15 одежды. Еще 2 жителя, нам нужно здание. Еще одно, давайте вот, вот здесь построим. Здание, жилье, свернем его. Будем вот так вот его застраивать полукругом. Так, у нас все изучено, и мы все изучили. Ставим на изготовление. Так, и давайте, у нас тут камень есть. А это мы на камень, у нас здесь собрать. А тут нам нельзя камень сразу поставить. Давайте посмотрим. Добыча кремня, камня, вот. Все, поставили добычу камня и 2 человека в количестве 20. Так, и мы поставим хранилище для камня. Так, хранилище для камня.
кремень нужен. Кремень. Им нужен кремень. Кремень у нас. Вот он. Собрать. Так, давайте поставим тоже. Человека. Кремня будет у нас собирать 30 штук. Так, отличненько. Давайте достроим и на этом закончим сегодняшнюю нашу игру. Посмотрим, как все будет строиться. Мы сильно молодцы. Быстро развились. Так. Хранилище для камня построено. О, убитый. Лошадку мы подстрелили. Так. Ага. Так, уже знания 3 получили. Кости 10 штук собрали. Смотрите, сколько у нас веток. 50 уже. Шкуру перенесли. Так, а что у нас? Почему не делают нам орудие? Уля рыбы. Охота, бой. А где же у нас сбор тяжелания? Ага. Охота, бой. А мы пока не можем. Мы пока не можем собирать камни. Где атакует? Убило нашего жителя. Гиены. Смотрите, как их много. Потеряли одного жителя. Гиена противная. Ну ладно, мы закончим на это сегодня в моменте. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте плюсики, если вам было интересно. Я буду знать, продолжать эту игру или нет, по вашим комментариям и подпискам. До новых встреч. Пока. Пока.